Привет, дорогие подписчики и случайные зрители моего канала. Продолжаем играть в Айзека. Продолжать мы не будем, потому что там эти конченые испытания, которые я хотел пройти за кадром, но я психанул, поэтому не стал. Там я попал немножечко затруднить мою ситуацию, поэтому ну его нафиг. Сегодня будем играть за Зазалика и будем мочить синего малыша. Какой отличный первый предмет, я ему просто очень сильно рад. Мне бы еще теперь бомбочку. А? Очкарим всех. Мухи. Это красиво, это мне нравится. Так, мне уже нужно две бомбы. Ну, а деньги мне особо не нужны. Хотя кому они мешают, собственно? Никому. Так. Еще три монетки, можно магазин. Ой, какой плохой босс. Пойди, пожалуйста. А, вау, больно. Тихо. Получай. Получай. Все, посмертная доза. Evil Range Shot Speed. Не сказал бы, что круто. Но у меня сойдет. Пока не буду заходить. Мне нужны монетки. Если вы мне их дадите, я буду очень сильно этому рад. Ох, твою мать! Я совсем забыл то, что мои крылья меня от этого не спасут. Зря потратил хп. Молодец-то какой, а! А еще пропустил два камня с крестом. Но не по своей воле, естественно. Азазальнику вернули эту вернули Азазальнику возможность накапливать заряд. Просто когда я записывал за него в последний раз, это на запись не попало, однако он когда заходил в новую комнату, у него заряд пропадал. То есть он тупо выстреливал даже без урона тем, кто стоит перед дверью. Я думал, ну все, Азазальника жестоко так пофиксили, чтобы он не тащил. Но нет. Ему вернули законное место. Чтобы было хорошо, так. В прошлый раз тоже такую хрень дали. Ну ладно. Отличная штука. Мне нравится. 144, блин. Надо задонатить 999. Это дофига. Ну а чё медлить-то? Два монстра. Так, я же буду замедленный весь уровень, да? Молодцы, ребята. Слились как лап. Крам. Не рановат ты. Воу-воу-воу, больно было, ты что? Надеюсь, ты мне дашь уголек. Спасибо. Хотя, по-моему, на Зазальника он не работает, но плевать. Хорошо. Хотя нет, он вроде черный стало. Он не факт, что работает. Тихо. Ускоренное время. Я задумаю, что они такие быстрые? Тихо. Так, готов. Ой, блин. Это же просто замечательно. Один из самых лучших предметов в игре. И на третьем уровне. Ах, твою налево. Ох, вы твари. Вы что? Ну, я только что так настроение поднялось. Не смейте мне его обратно впихивать. Так. Спасибо. Так, давайте захаваем. Ага. Ранвайзерд. Мне пофиг. Тирс даун. Хп-ап. Замечательно, что хп. Вот только хп бы найти еще. Оу. Взрывные пауки! Идите взрывайтесь где-нибудь еще. Что это у нас? Опять ранвайзер. Отлично. Оу, это было близко. Ну. Ой, ускоренное время. Очень быстро все летает. Выворачиваться. А! Так. Тихо. Готово. Оу, как быстро. Последний. Готово. Кто у нас еще? Ты. Ой, я ж... Знаете, я всегда жалею, когда беру этого кошака, но, блин, почему-то у меня хорошее предчувствие. Так. Ах, блин, зачем я открыл золотой сундук? Блин, дурак. На. Ну-ка. Это у нас жертвенная комната, да? О, клёво. Стена к тайнику не шипастая. Но этот ошейник, он не очень-то у нас хорошо работает. Тихо. Потому что у меня тоже была удача три палочки в одном из испытаний. И этот ошейник мне сколько не помог. Прощай. О, спасибо. Так, теперь мы ищем комнату дьявола.
А. Все ясно. Понял. Дурак бы не понял. Воу-воу-воу-воу! Очень близко это было. Я что-то офигел. Так, ну-ка. Опа. Спасибо. Спасибо. Так, не спасибо. Опять не спасибо. Что за фигня? Ну как это у нас будет работать? Я просто вперед рывок делаю. Не-не, ненадежно. Так. Аллах Акбар! И никто не умер. А? А? Никто не умер. Вообще никто. Блин, хорошая штука эти очки. Вижу. Так. Давай. Прощай. Тебе пока. Что у нас тут? Пилюля. Амнезия. Вообще бы и нет. Давайте. Нём. Мне вообще пофиг. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. А, погодите. Нету ключа, поэтому дайте мне ключ. Это не похоже на ключ. Ладно, сейчас найдем. Главное... О, запомнить, мать вашу. А. А. Капец, я придумал. Да как меня заделать? Я же далеко был. Тут вообще два ключа надо. Еще не фиг пойми, что там будет. Так. Да. Ну давай, ключ. Ну блин, это не ключ. Аллах Акбар. Ого. Окей, это было легко. Чего это вообще? А, ну нормально, хорошо. Фу. Уйди! Окей. Вау, ушел без сокровищницы. Дурак, дурак. И карту дурак оставил. Температура, кстати, была дурак. Так, тихо. Тихо. Хорошо. Это все, спасибо за ключ. Тихо. Мерзоте. Это все? Как быстро. Отлично. Воу-воу-воу-воу. Это было очень близко. Это тоже. Второй ключ. Вот где раньше были эти ключи, а? Вот уровень назад могли бы дать. Энви. Сука. Ну вот. Вот так его вообще легко убить, когда скорость низкая. Тем более с серой. Воу-воу-воу-воу. Много серой. Действительно много серой. Все. Так. Ну. Так. Готово. Что у нас тут? Ничего. Что у нас тут? Яка. Что у нас тут? Синяя муха. Она появляется, когда нам урон вроде наносят. Донатим. Так. Выходим. Донатим. Взрываем этого чувака. Донатим. О, видали как? И не взрывается. Или может это само движение? Я бы в любом случае не взорвался. Ну да ладно. Окей, мы быстрее. Тихо! Вау! Так, где у нас что-то вроде босса или... Ну, судя по всему, я иду правильно. Так, вонючки, отдыхайте. Вонючки, раз скелеты воняют. Крестик, взрываем. Торгаш! Ты сейчас даун, торгаш лучше по-любому. Воу-воу-воу, тебя не заметил, извини. Все, ухожу. Веселись там один. Отдыхайте. Готово. Так, поиграем. А, кому нужны твои предсказания, ублюдок? Отдыхай. Это все, что ты мне дал? Ты зря жил. Опа, ну как это будет работать? Ну была бы длинная сера, был бы в этом смысл, а так? Так что оставьте мне мой грибочек, пожалуйста. О, ты легкий. Легкий как говно. Ау! Аллах Акбар, давай. О, как хорошо, все за тебя. Ау, не туда. Ау, как больно! Фу-ф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 у
Так, хорошо. Тихо. Еще немного и все. Блин, зачем я взял кошака? Я его даже не использовал ни разу. О, говно. Вот когда берешь кошака, ни одной комнаты дьявола. Все, создаю себе правила.
кстати. Надо на будущее написать, чтобы это... Брать кошака только когда у тебя есть баранья голова. А так ни при каких обстоятельствах. Нельзя брать кошака вообще. Все. Ну, блин. Какой замечательный предмет. Ну давай, попробуем. Эту байду разорвать, кстати. Ну вот и отлично. Не, вы чё, надо мамку завалить. Надо этот, полароид взять. Вы чё вообще, чё такое несёте, да? Не-не-не-не-не-не-не-не. Да. Супер. И вот сейчас я сдох. Зашибись. Минус одна смерть кошака. Чё у нас здесь? Давай! Локи! Легко! Тебя сейчас быстро завалим, смотри! А вот тебя не быстро! Да и не факт, что завалим! Ну, быстро завалили, чё? А зачем я взял? А! Все равно к мамке не попадем. Поэтому да! Не бейте меня! Не бейте меня! Черт, я думал, это бомбы. Ха, шикарно. Только шамы не были, да? Давай. Давай. А, не могу. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Раз, два. Давайте посмотрим, что у нас тут. Оп! Видали, какие вы хитрые, да? Хорошая музыка. Иди жизни у меня откуда-то! Ха-ха! Ха-ха, откуда у меня три жизни-то, а? Окей. Мне понравится. Все, давай еще. Давай. Давай. Скотина, давай. Это что ж вы такие сейчас скотские-то, а? Послужил, послужил. Давай, еще. Ну кто знал, что ты мне так много денег дашь? Да, не стоит их взрывать. Так, ускорено тут опять все. Собрали полного этого. Собаку. Они не работают. Так что. В последнем предмете толку вообще никакого нет. Дерз, да он или амнезия? Что у меня съесть сегодня? Ах. Тихо, тихо. 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 Берем, берем, берем. А. Бесполезная пилюля. Чего бы не взять? Тихо. Чё не взорвался? Фу, вы что? Это у вас шутки такие? Нихера не смешно, ребята. Так. Красиво. О, вообще красиво. Мне понравилось. Хочу еще. Где еще? О, как много. Как много костей. Да. Ау, ау, кто, где, как? Сволочи. Эть. Ого! Больно же! Взрывать все нафиг! Что за карта? The Devil! Баба! О! Щекар! Спасибо! Мозг! Карта!
О, ставим дьявола. Так, она теперь синяя. Так. Тоже чуть осталось совсем. Прощай. Полароид. Второй раз берем, да? Крестик. Потому что я тебя видел. Было бы неплохо, если бы мы еще второй раз получили этот, ну, комнату открыли. Но не судьба. Так, берем. Это тоже берем. Все равно. Как бы. Ну и все. О, блин, мне понравилось. Видите, какая все-таки тачерская вещь этот. Юля, забудь меня. Потому что, блин, вы видели, какие у меня предметы были херовые в начале? До того, как я съел. И сколько у меня было хп. То есть, я бы не затащил. А сейчас у меня до хера синих сердец. И это как бы круто. Тихо. Логи. Все? Ничего не все. Ну, теперь это, походу, все. Ага, нам, по всей видимости, туда. Ой, двухсторонний хотел сзади обойти. Дурак. Очень сильно бы не повезло, если бы я так сделал. Тихо. Бомба. Синее сердце. О, я-то думаю, кто это такой? Это эти. Албайцы? Ага, вау. Окей, это было легко. Хотя меня вроде загнули один раз. Какой-то, когда ты вообще не получаешь урона, вот это легко. А так. Вот пятерка, по-моему, уже предметы меняет. А давайте. И опять все напутал. Пятерка начинает уровень заново. Но я знаю точно, что шестерка меняет предметы, меняет врагов, меняет босса и вообще. Хорошо, Локи, давай, побыстрее. Все, сливай. Так, ключ, ключ. Воу. Так. Хорошо, сейчас дойдем. Это что-то живучий-то. Так, ну-ка. О, она сейчас там это, в обычную превратится. А, нет. Ладно, блин. Пауки-то что? Какой говноед. Все готово. Тихо! Да твою мать, да? Хорошо. Тихонечку подвигаемся. Ау-ау-ау-ау-ау! Спасибо. Хорошо. Ну чё за босс, а? Воу, я надеюсь, ты мне свою ножку дропнешь. Бойся меня, ублюдок, бойся. Ножку дропай, ножку, блин. Ну всё, вниз. Почему не было комнаты дьявола? Я же хорошо себя вел. Не покоцал себя ни разу. Куда мне деньги девать, а? Куда? Вы задолбали, ребята. Меня кормить ау деньгами. Я вообще ничего не понял, что тут произошло. Класс. Спидап? Не, хватит спидап кушать. Ого-го-го-го-го-го! Блин, вы посмотрите на мое здоровье. Буквально несколько секунд назад я был почти практически полный. Я подумал, что за херня, магазин что ли? Но вовсе нет. И это все, что вы мне дали, новые ублюдки. И на это я тратил два ключа. Так, ну где мать вашу... Дропни ко мне синее сердце, пожалуйста. Сука! Что ты творишь, мразь? Я же тебя уничтожу. Синее сердце. Только как... К счастью, я его потрачу. Так, давайте.
Попытаем удачу. Неплохо. Это все. Тихо. 4 руки. Хорошо, слил. А, понял. Забыл, что делать. Давай вот так. Ой-ой-ой. Так будет быстрее всего. Готово. Не хаваем спидапы. Что за говно-то, а? Бабах. Тихо. Да как так-то, а? Всё, кто? Ну давайте. Вот эти. А, это такое одно из тех прохождений, когда меня сливает сердце, да? Похоже на то. Блин, сердце не там, где я думал. Блять! Да, у меня было хорошее предчувствие. Тихо, не смей! Что, шутите, что ли, а? Готово. Блядь, ну как? Так, мухи, давайте. Так, хорошо. Круто. Это что, шутки такие, а? Ни хера не смешно. Блядь! Все! Зашибись! А-а-а! Блин! Все! Правило! Пишу на лбу нестираемым маркером. Ни за что не брать дохлого кошака, если у тебя нет головы барана. Все! Все! Фух, спокойно. Я спокоен, как монах Шаолиня, блядь. Ладно. Хорошо, я так больше делать не буду. Мы еще раз сходим. Так, действительно клевые вещи. Вот только посмотреть на первую строку, тут это... Раз, голова собаки. Два, Steam Sale. Потом идет этот... хрень, которая открывает, блин, эти... Все таблетки... Пилюли, да, как они называются. Потом идет очки рентгеновские, потом метка и этот, НИБ. На втором, блин, что у нас идет? Ну, тело собаки, синяя карта. Ну, собственно, и все. Что ж, хорошо. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, ставьте лайки, оставляйте комментарии, смотрите другие прохождения. И удачи вам, ребята!